О, как мы давно на этой карте не были. Да, мы на этой карте, мне кажется, не были вообще. Что это за карта? Я впервые здесь. Нет, мы на ней были, но она просто очень душная. Очень душная. А знаете, что не душная? Мне кажется, мы не были тут с пещерами. Да-да, мем с пещерами это. Да, Орш. А знаешь, что мне присылают от тебя? Твои гребаные пещеры! Как ты входишь в пещеры гребаных стримишь? Я уже устал слушать твоих гребаных стримишь! Меня задолбали пещеры твоих гребаных стримишь! Каждый, сука, мой стрим! Про этих черных стримишь! Аркадий, о, девочки, хотите я зайду в ваши пещеры? Который ты можешь в свои пещеры! Пещеры! Аркадий, ну... Помню, как вчера... Да, вот были времена. Как летит время? Они заколебали своими пещерами у тебя, сколько можно! О, это кто такой? Это кто такой? Натаха, где Дангар? А где Дангар? А это я, вернулась я, да. Ой, Натусик, привет! Да, это я вернулась, девочки. Чё, перемотал сюда, думал, рекламу скипнул? Ха! Переигран и уничтожен! Вот реклама! Пополнение баланса вашего Steam аккаунта с помощью сервиса «Откупи код», ведь именно там сейчас имеется самая низкая комиссия на рынке. Работает как для русских аккаунтов, так и для казахских. Заценить, как это просто. Ввели свой логин Steam, логин, а не никнейм, указали сумму пополнения, бахнули промокодик от Аркаши, применили его, подтвердили и оплатили. Разные способы оплаты представлены для вашего удобства. Ведь «Купи код» — это не просто сервис пополнения, это целая игровая экосистема с множеством различных услуг, турнирами, движухами в комьюнити и собственной системой лояльности. На сайте имеется раздел недоступных в РФ игр, где можно приобрести себе игру на свой русский аккаунт в случае, если разработчик закрыл к ней доступ. А для зарегистрированных пользователей теперь действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. Ах да, еще с нашим промокодом комиссию можно снизить дополнительно на 2%, однако поторопитесь, действие промокода ограничено. Так что переходите по ссылке и пополняйте баланс Steam, а то негоже с пустым кошельком расхаживать. Я медиум, умею видеть количество умерших. Ребята, есть очень крутая информация. Очень важная информация, очень крутая информация. Меня трогал Натаха. Вас, у меня есть расследование, вас. Да. Так. Короче. Расследование, я как раз хороший. Да, да, смотрите план. Значит, я жду, так, когда мне выпадет роль Амогуса. Так. И после этого я нахожу, где делается этот вонючий саботаж. Так. И в этот момент начинаю кемперить эту точку, и ни одному Амогусу не позволяю сделать там саботаж. Блин, план идеальный. Давайте приступать к выполнению. Я жду роль Амогуса. Поехали. Отлично. А пока мы ждем, расскажу вам cool story. Наверху, вот над нами есть медотсек, и там есть медицинская карточка, знаете кого? Райана Гуслинга. А? Представляете? Я как увидел. О, боже мой. Кстати, Аркадий. Что, донат? А вы знали, что здесь... Нет, здесь можно пообщаться с Райаном Гуслингом? Да. Вес. Мне кажется, шутку украли. Мне кажется, он стоял рядом и прямо... Откуда ты тут взялся? Что? Как? А, там можно пройти круг. This is magic. Опа, это канадский. Ну, интересно, сказать. Это канадский. Это канадский. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Влад. Убил Канаду, а? Авторепорт. Welcome to the Canada body. Вестплей, скажите, пожалуйста, а кто вы в этой игре? Это Берчик, чуваки. Кикаем его. А, блин. Нет, Берчик, ладно, он был со мной, он донатил. Нифига себе, блядь. О, я не знаю, что там. Это было жестко. Утихомирьте свой пыл, блядь, я вам так скажу. Я вам так скажу. Вест, ты такой дерзкий. Он еще
чуть застрелился. Мы прослушали, ничего, у меня есть свои источники. Я тоже не услышал, я тоже не услышал. Вес, вот это сейчас была доминанта, конечно, жесткая просто. Сейчас я все спрошу, Вес, и для вас добуду контент. Зачем так радикально-то все решать? Мы с Весом кореша, я все узнаю для вас. Да блин, не из-за меня ответ пропустили, это Берчик задонатил. Это канадский донат был. Вес, Вес! Блин. Вес, где Вес? Вес. Вес, кстати, ненормальный вроде бы. О, Вес, так, слушай, да, ты что-то, что-то там сказал, мы не услышали с аудиторией, нам нужно повторить, что ты сказал. Ну, на голосовании. Это о, боже мой, я был настолько хорош, что я потерял сознание от пафосности. Попробуй, войди в это состояние еще раз. Так, так. Переживи его. У меня спрашивают, а спросите, вот там что-то про роль было, вопрос какой-то. Давай. Кто убил Лору Палмер, Вес? Я буду тем, кто убил Лору Палмер. Нет, подожди, там по-другому как-то было. Вопрос был другой, и ответ поэтому другой. Я сбился. Хорошо, попробуй ответ без вопроса. Я убью тебя, мазафака. Нет, не так было. Блин, Вес, я не могу. Люди стоят, ждут. Они ждут. Заплатили за билет. О нет, он не может сосредоточиться. Берчик, хватит портить! Нам, чертовы, мы не услышали цитату дважды. Но если что, Кека был Додо. Нет. О нет, он был наш друг. Этот парень был из тех, кто просто любит жить. Это просто был Додо. Ты его напарник? Да, я Додо-дуэлянт. Но мы тут все немножко Додо. Что с Натахой? Да, Натаху я просто нашел, он валялся в коридоре по центру прям вот, ну где круг серый, вот чуть выше. Ну он уже такой, конечно, пожилой на фоне нас всех, да. Так, ладно, ну дайте инфу, ну. Ну, правый верхний угол инфа. Нет, просто какую-то полезную, чтобы мы кого-то кикнули уже. Правый верхний угол. Это я, Аркадий. Это вы убили? Да, у меня кровь на аватарке. Да, нет, она убила Дудудуиля. На, ладно. Ну что, отдадим победу? Ну, получается. Да, пожалуйста. Спасибо. Блин, да никто, никто. Как интересно, правый верхний угол это брать. Никто, кроме меня. Там же Арслан. Ну, просто чисто теоретически. Так, мне нужен усмиритель, Берчик, на тебя. Действительно нужен усмиритель. Да, кстати, за что? Что за что? А что? Вес! Что Весу вы задали за вопрос? Что он ответил, что все восторгнулись? Я прослушал. А-а-а, что сказал Вес? Да. А вы его просмотрели, да. Прослушали, боже мой. Что сказал Вес? Блин, ну я так не смогу, это только Вес может. Да господи, ну кто-нибудь смогите уже. Это сказал она Вес, точно Антох? Не дуэлянство. Антох, что сказал Вес, когда Влад застрелился? Да. Я не помню. Ты пьяная? А он вам не пьяная? Рассказывает? Ну, отвечай. Я не... Да что сказал я Вес? Да я не помню. Что сказал Вес? Что сказал Вес? Что сказал, Дмитрий, что сказал, конечно... Вес? Что сказал Вес? Что сказал Вес? Что сказал Вес? У нас что даже нет додо-дуэлянтов. Что? Он сказал, что он в магазин отойдет. Он ушел за хлебом, все нормально. Ладно, я голосую душой. Мирные просрали anyway. Тут невозможно выиграть. Потому что у вас амогусы. Чего, блин? У вас амогусы. Да, да. Какая же ты проницательная, а? В игре есть амогусы, ребят. Да, у вас амогусы. Что сказал Вес? Что за катка из 10 додо, да, получилось? Я не знаю, запутался. Я пытался лишь одну вещь выяснить. Что сказал Вес? Что сказал Вес? Я! Что сказал Вес? Да не, что сказал Вес? Ты проиграл дуэль, Антош. Да, я причем мало. Они могут нажать сран колокольчик и выиграть. А можно во время этого саботажа? А, сейчас саботаж идет. Бейл стоит, жми, жми. Ну, жми, жми. Она чинит, он жмет. У него КД, он не успеет. Если только она... А, все. Зачем вы сделали из Арслана чудовище?
Он был хороший парень. А теперь посмотрите, что делают. Этот что парень делает. Был из тех, кто просто любит резать. Так, мне нужно срочно посмотреть роли каждого, потому что я не поняла, что за хаос происходил. Тичий кубок забрал. И цитату дня, и кубок. Вась, что тебе надо, блядь? Влад застрелился вообще. Я не хочу ничего говорить, просто если у нас неформальное общение с какой-то Викой происходит, который меня прикалывается и прочее, но прочую хуйню лучше не говорить в некоторые моменты. Пятница! Ура! Наконец-то пятница пошла! А чё ты душишь? Чё ты душишь? Ты душишь! Я сразу начну катку. Вестплей, скажите, пожалуйста, а кто вы в этой игре? Я тот, кто выкинет Нубаса, который бил канадского. Я шериф и должен убить всех амогусов. Надо быстро покормить тигра, пока я не покормила тигра. А, значит, уважаемый Вес, я понимаю, что ты вышел на тропу войны. Так. Немножко ненависть застилает твои глаза. Но имей в виду, так. Что я канадский гусь. Поэтому если ты вдруг хорошо. Попробуешь, попытаешься попробуй. Хотя бы... Пробуй. Мысленно меня убить. Пробуй. Попробовал. Уже? Нашел рядом с Дмитрием Бейлом, мы вдвоем пришли, и там лежит БРМ, не знаю, чё к чему. Чё, ага, я не виновен! Кананен, может быть? Может быть, Канаден? Дмитрий Бейл точно не виновен. Да, не, я виновен. Канадская территория хардкора? Ребят, я подслушал разговор Тигра и Антохи. Антоха хотела покормить его, и что-то ему рассказывал, что она его покормит. Да, это я. Интересно, интересно. Так, Кик МВС за убийство канадского. Меня за убийство канадского? Как это может быть? А если Вест Додо? Дошли с Дмитрием, там уже труп валялся. Вест тут ни при чем. Это не может быть никто другой, кроме канадского. Вообще. А почему они вдвоем говорят, что это я, это я? Да почему он, а не я, едет в Египет? Ты следующий. Так, мне надо убить Бейла. Он тоже в этом замешан. Возможно, Вес съел канадского. Кроликов делаешь? Кроликов делаешь. Да, конечно. Окей. А Космея делала кроликов и попалась. Что, Космея, запустишь теперь кроликов? С призрака. Попалась на нож. Жесть. На убить нож. Космею, обвинить в Амогусе, так еще и колокольчик дернуть. Что за ужас? Какой колокольчик? Красивая игра, Аркадий. Бедная Космея. Она плачет, наверное, там сидит. Так, а кто ж такой Вес в этом контуре? Если второй Амогус мертв, а кто Вес тогда? Человек-банан. Ладно, если Вес был Амогусом, значит у нас пеликан. Если Вес был пеликаном, значит еще один Амогус. Все, продолжим. Дмитрий Бейл виноват. Дмитрий Бейл прикрывал Веса. Кто бы такой Вес? Говори нам, Дмитрий Бейл. Он был знаменитостью. Бейл, себя голосую, понятно. Я вообще-то во Влада. Да кто такой Вес? Только тебе скажу, ладно? Давай, только правду. Ладно, правда. Он пеликан. Понял. А ты Амогус? Нет! Я не Амогус. Сбрею усы. Нет, Вик, это мужская честь моя, я не могу. А Влад кусок Антош. Говна. Да ты обещал говорить правду. Говори правду. Есть. Это чистейшая правда. Чище правды еще не было. Чилька, я спасу тебя от гусей. Ой. Ой-ой-ой. Да господи, они просто валят и валят там. Мне тяжело об этом говорить, но на моих глазах Аркадий Подкастер убивает Вику Картер. Я понял, кто ты, Дмитрий Бейл. Видишь, я же сказал тебе. Ну что, Влада Киком выигрываем? Пеликана нет, один Амогус мертв, второй Влад и КГ. Давайте, ребят, я в себя проголосую лучше. Давай, Влад, давай. А я в тебя. А я в Арслана, может быть. А я в Арслана. Блин, сука, нет, тогда не хочу в Арслана. Убейте Арслана тогда, я ворка так. Душой играй, играй душой. Ну я тыкнул в тебя.
Вы идиоты. Спасибо, Арсланчик. Половина из вас идиоты. Я в тебя точно. Но только половина. Только половина, согласен. Так, надо найти Влада. Ну так, идем. Пойдем. Мы возьмем все в свои руки. Дима, а что произошло-то? Кто кого убил? Она уже лежала там тепленькая. Так а вы что думаете? Ну мы что, мысли читаем, что ли? Ой, да ё-моё. Они вырубили свет! Вырубили свет! Аркадий, ты живой, ты живой. Да живи, Аркадий, живи, я с тобой. Ты должен нам помочь, Дмитрий. Все здесь хорошо. Соси! Соси! Нет! Мы были близки. Классный гигамув, Аркадий. Только там есть обычный квест, если что. Космея, хватит докануться из моих гигамув, нахрен. Ну что, кроликов сделала? Давай поплачь там. Как в смысле? Я сказал, сделала кроликов. Теперь нажимай их. Я Толстосум и готов продюсировать лучший шортс. Здравствуйте. Ну что, реванш? Нет, в смысле реванш? Я уже тогда принял позу. Я такой, она что, бросает вызов? Пошел, начал это. Идеальный маршрут, и все построено. Ну какие идеальные маршруты? Вы тут опытный, значит, человек. Знаете, по каким маршрутам ходить? Так а я вообще... Смотрите, я Космея. Видите, то же самое платье. Спасибо. Стоять! Представьте, Арслан, представьте. Вот представьте такую ситуацию. Вот здесь стоит Космея, допустим, прибегает такой Вес и убивает. И такой, смотрите, я Космея. Прибегает Брэм, съедает этот труп, убегает. Вес за ней. Вы можете представить? Это, как думаете, это бред сумасшедший или то, что происходит? Да перестаньте вы! Как? Какого черта-то? Мне нужен другой подопытный. Третий, ты искупи свое вино. В смысле? Я сейчас вас зарыжу, Брэм. Искупи свое вино. Еще можно успеть получить кубок. Космея мертва. Смотрим люстру. Ставим пожар. Интересно, они убили Брэм? Или дадут есть последний? Чините. Да, там ребята вроде были, и они чинили. Понятно. Так, убиваем Антоху и выигрываем. Убивай. Нет, Антош, мне интересно, Вес джентльмен или не джентльмен? Влад, а если вот прям сама судьба, как бы, говорит быть грубияном? Да, говорит судьба. Простите меня. Боже. Вес убил Кеку. У меня скорее вопрос к БРМ в данной ситуации. Майя и Вес... Ну, допустим, Вес убил Кеку. Ну, а где была БРМ в этот момент? Рядом стояла с ним. Да. Так, и что? Почему она просто стояла? Она хотела убить, но мы успели раньше нажать на R. Почему вы не нажимаете кнопку БРМ? Аркадий, давай вообще конкретно. Какую ты хочешь, чтобы я кнопку нажала? Ну, я бы хотел, чтобы пробел. Тогда бы мы не сидели здесь, Брэм, а теперь из-за вас мы сидим здесь. Просто у Влада быстрее рука. Ну да, мы же хорошо сидим, Аркадий. Так, все, в следующий раз, пожалуйста, нажимайте кнопку. Следующего раза не будет, Брэм. Антоша, ты выходишь за мной? Выходишь за меня, говорится, Брэм. Мне нравится твой вариант, Орк. Я вообще не поняла, что у них произошло. Так, Влад, в следующий раз не репортите так быстро. Думаешь? Конечно. А как же правило, что никто не успеет нажать кнопку на могильщике? Блин, ну это, согласен, хорошее правило. Но разве Космея и Арслан ради этого погибали? Аркадий, смотрите, я сейчас сама лично пойду и прилипну к БРМ. Потому что вы узнаете, что я канадский гусь. Да нет, вы не понимаете. Вам ничего не угрожает. Нет, не надо, Вес, он канадский. Да я теперь не знаю, как неловко уже получается. Он канадский. Хотя подождите, давайте, Брэм, идите сюда, Брэм. Давай, Аркадий! Реакс! Да ядрёна вошь. Мы снимем шортс, нет?
Мы снимем сраный шортс или нет? Антош, тебе очень надо влететь в наш шортс и все испортить. Кикаем Антоху. Все. Уже. Это орк убил, вы видели? Не смей, это не твой шортс. Шортс. Да вы все видели, что орк убил? Все видели. Зеленый в очках, белая прическа. Да просто. Это не Аркадий. Не надо. Нет, это точно не Аркадий. Аркадий. Да правда. Вот помяните мое слово, потом пересмотрите клип. Это орк убил. У нас был эксперимент, успеет ли стервятник съесть до того, как канадский зарепортится. Что может быть лучше, чем такой эксперимент? Вот представьте, Вестплей, вот представьте, мы бы встали в одну точку. Вы бы прирезали Влада. Влад был бы канадским. Брэм в этот же момент его бы съела, и мы бы узнали, что будет, если съесть труп канадского до того, как его зарепортят. Я сайенс! Мне нужен этот шортс. Это был бы гига-шортс. Шортс, видишь, Натаха, да, про шортс надо объяснить, про шортс. Вес, мне нужен этот шортс. Так нет, давай меня режь, Вес, быстрей, быстрей. Шортс, шортс. Меня режь, Вес, быстрей. Давайте сделаем шортс, Это уже какой-то натужный шортс совсем получается. Пойдем нормальный шортс сделаем. Надо снимать шортс, пожалуйста. Вес, твою мать, давай, режь. Пошли на перерез, я знаю, где он. Мы шортс будем. Нет, стойте. Вот мы с Брэм встаем и делайте шортс. Брэм, чтоб сразу нажали пробел. Я клянусь, я уже его жму. Я уже, блин, спасибо, Орк. Ненавижу жизнь. Антоша, я сказал тебе, это не твой шортс. Натаха, ну почему ты в шортс-то не хочешь? Ну ё-моё. Ну, не хочу никакие шортсы, у меня свои есть, а у меня не свои. Ты дважды испортить. Не надо, Вес, не надо. Отмена. Сейчас Аркадий меня будет булить. Нет, я видел мразь, которую испортил один шортс. Но мразь, которая испортила два шортса, это уже перебор. Мы не отдадим этот шортс теперь никому. Вы недостойны. Вес, ты тряпка. Я тебе говорил, убивай, и мы снимаем шортс. В итоге видишь, что стало? Ну что так стало? А БРМ? БРМ не нажимала пробел. И вот где мы оказались. Поэтому мы кикаем тебя, Вес, и выигрываем на мирных. Это наш шортс. Я сам себя голосую. Мы забираем шортс себе. О, нет! Как так? Вы узнали, что ты убийца? О, вы так... Не, из-за чего шортсы говорит правильно? Да не поместится это ни в один шортс уже. Это квинтэссенция дерьма. Мне теперь грустно. Было... Настолько шортс, что я... прям вот 0 секунд примерно хочу, будет. Я хочу отменить все и хочу шортс. Нет. Нету шортс. Все было зря. Мечты плели, в надежде стать звездой, но свет погас вдали. Сценарий написали, не шли по головам, но кто-то все разрушил, не дав и шанса нам. Надо быть полной сволочью, чтобы срывать два шорца раз, разбить мечты и жизни без жалости и фраз. Можно быть такой сволочью, чтобы все разрушить в миг, оставить лишь осколки и боль, а в сердце крик.